вам не показалось, это действительно видео про фотографии. Вы вообще помните, когда было последнее видео про фотографии? Кажется, очень давно. Я даже не помню, когда это было последнее видео. Ну да ладно. Но в этом видео хочу вам показать необычный день для фотографии в квартире. Так что, если тебе интересно, то оставайся со мной и погнали! Узнали бы вы, как смотрели на меня мамочки, когда я ходила покупать эту соску в детский магазин? Так уж минимум потому, что я выгляжу лучше их, если бы я была матерью. Да. Я не знала, что соски стоят настолько дорого. Я думала, они стоят максимум рублей 50. А эта штука стоила 130 рублей, понимаете, да? Там еще и за 600 есть, и за 500. Я хотела взять за 50, но она была не такая красивая. Это прям идеально подходит для этого образа, так что сейчас будем творить. А этот топик я купила в секонде за 20 рублей, да, 20 рублей. Там просто есть такой у нас секонд, где берешь 5 вещей на 100 рублей, и тогда они получаются тебе по 20 рублей. И он мне сильно давит. Когда я его покупала, тетенька подумала, что я странная, потому что, ну, блин, нафига мне топик детский. Это топик для 12-месячного ребенка, ты что, больная, что ли? Ну, как бы, да. Эту фотографию делала под стиль Мелани Мартинес. Я вот решила сделать два хвоста, чтобы стать милее. А, не, это еще не все. Нужно же еще слезку нарисовать. Если что-то, рисовала ее тенями и обводила подводкой. Следующую фотографию я решила взять у художницы Sex Try, и это не единый случай, и следующая идея будет взята также с ее рисунка. Я тут уже в какой раз пытаюсь научиться протать брови за тонны косметики, так походу это не мое. Забьем. Розовыми тенями рисую совершенно другую форму, бровей, конечно. Взяв грим, я осознала, что у меня руки из жопки, так как его было накладывать крайне проблематично. Он очень плохо приклеивается к коже, а если его сдеваешь, он тут же отлетает. Скорее всего, это просто китайское качество. Да, может, он плохо держится на лице, зато он отлично морает все вокруг. Я поначалу думала, что вообще придется ацетоном оттирать. Но нет, к счастью, он отлично убирается обычной мицеллярной водой. Кровку в данном образе взяла при помощи тенюшек. Взяв обычную вату и клей-карандаш, я начала ее приклеивать к лицу. Сначала я думала купить специальную вату для игрушек, но позже поняла, что это не есть эконом-вариант. Опять же следующий образ от художницы Sex Try. Неважно, больше ромашек. Тут контур прорисовал, чтобы было легче наносить грим. Я решила упустить момент и сразу вам показать результат, а то на камеру его было наносить очень сложно. Я, кстати, пресс сделала только с одной стороны, так как все равно его можно клонировать в фотошопе. Напишите, пожалуйста, в комментариях, получился ли у меня косплей на эти рисунки. Последняя на сегодня идея вовсе не была запланирована, мне просто пришла классная кофта из магазина Ники Филини. Это не реклама. И увидев эту кофту, я осознала, что я должна быть бандиткой на фотографии. White horse, high bitch, high bitch.
на инсту, подпишись, пожалуйста. Ну а если тебе понравилось это видео, то как всегда ставь большой пальчик вверх и подписывайся на мой канал, если ты еще не подписан. Также подписывайся на мой инстаграм и вконтакте, и везде подписывайся, где только можно на меня подписаться. Ну а всем спасибо за просмотр, а я всех люблю и целую. Пока!